Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые воздействуют и влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте, конечно же, ставить лайки. И также для тех, кто не знает, каждому, кто интересуется финансовыми рынками, в описании к этому ролику внизу вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Markets, где мы на ежедневной основе размещаем большое количество аналитического контента вам, друзья, в помощь. Ну что ж, продолжаем следить за трендами, которые ранее сложились на финансовых рынках. Мы эти тренды с вами своевременно правильно определили. И сейчас по практически всем финансовым активам находимся в очень хорошем плюсе. Начнем с рынка нефти. 116.80 по бренду в моменте. Уровень, который еще несколько дней назад казался абсолютно немыслимым, но есть то, что есть, друзья. Напоминаю, что моя цель – это тест сопротивления $125 за баррель, прежде чем актив сможет пойти еще выше. Максимум локальный был на отметке 118.20. Как и ожидалось, заседание ОПЕК не привнесло ничего нового. В соответствии с прошлыми договоренностями и параметрами сделки, ее просто пролонгировали на следующий месяц. Это значит то, что есть квота по ежемесячному увеличению нефтедобычи. Эта квота будет соблюдаться и дальше. То есть страны ОПЕК плюс увеличивают добычу и увеличат, скажем так, добычу только лишь на 400 тысяч баррелей в сутки. Это соглашение действует с середины прошлого года. Много раз я уже останавливался на самом факте математики этой сделки с учетом номинальных объемов нефтедобычи, запланированных, фактических, и все это мы накидывали на общее состояние и общую ситуацию со спросом и предложением. Если, друзья, вы забыли, я хочу напомнить, что даже с учетом увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки страны, многие страны ОПЕК, такие как Венесуэла, Ирак, на самом деле добывают куда меньше из-за проблем с производственными мощностями и из-за недоинвестированного сектора, который сейчас не позволяет им выйти на приемлемые, необходимые и высокие показатели нефтепроизводства. Есть другие страны, конечно же, которые могли бы компенсировать недостаточный объем добычи за счет задействования собственных производственных мощностей, например, Саудовская Аравия. Но ведь не делает этого, друзья. Доказывает это тот факт, что страны ОПЕК+ пока не будут вмешиваться в текущее ралли, потому что хотят как можно больше монетизировать те преимущества и те тенденции, которые сейчас развиваются на глобальном рынке. Без стран ОПЕК, без их действия по дополнительному наращиванию добычи, котировки нефти вряд ли развернутся. Были, конечно же, предприняты шаги неоднократно представителями ключевыми нефти потребителями, скажем так, США. Вот ранее мы делали отсылку на Международное энергетическое агентство, когда те согласовали продажу стратегических резервов в объеме 60 миллионов баррелей. Но также я пытался парировать это решение прогнозом Goldman Sachs, экспертов Goldman Sachs, которые сразу же дали понять, что с учетом того, что Россия экспортирует 5 миллионов баррелей в сутки нефти чистой, 2,5 миллиона баррелей нефтепродуктов, тех дополнительных поставок за счет реализации стратегических резервов хватит не больше, чем на месяц. Поэтому мы снова говорим о рынке, остающимся в состоянии дефицита, друзья, ни в коем случае не избытка. И пока все еще актуальный риск того, что дальнейшая санкционная риторика Запада против России может привести все-таки к санкциям в отношении нефтегазового сектора, вот тут, конечно же, будет еще реализован более глобальный риск, который приведет вообще к тотальной смене и изменению структуры, мировой структуры поставки ключевых сырьевых товаров. Мы, как трейдеры, инвесторы, спекулянты, должны держать руку на пульсе и сейчас работать по тренду. И этот тренд, друзья, по-прежнему направлен вверх. Сегодня по основным макроэкономическим отчетам ISM в секторе услуг США в 18.00 по московскому времени. Также в этот же момент начнется второй день выступления Пауэлла. Очередная речь перед
представителями Конгресса, хотя все самое интересное мы услышали уже накануне. Поэтому предлагаю перейти к доллару, который сейчас котируется на отметке 97.50. Сильная статистика, друзья, которую мы разбираем не первую неделю. Вчерашний день явное тому подтверждение. Отчет ADP по итогам того, сколько было создано новых рабочих мест в прошлом месяце. Цифра 475 тысяч новых рабочих мест. Классный показатель, прогноз был на отметке 388. И ADP подготовил нас к сильному релизу Non-Farm Payrolls, который выйдет уже завтра. Сильная статистика, еще раз повторяю, оправдывает решительность американского регулятора по росту процентной ставки. Но здесь, как и всегда, есть «но». Я уже отметил. Ситуация в Восточной Европе. Риски глобальные, они точно глобальные уже, друзья, поскольку то, что сейчас происходит в Восточной Европе, влияет на все мировой экономики. И представитель американского регулятора, Джером Пауэлл, лично это подтвердил в ходе своего выступления вчера, уже начинают корректировать свои планы по ужесточению политики с учетом этой ситуации. Поэтому как бы в качестве главного итога и тезиса его выступления я хочу отметить, что да, вероятность повышения ставки в марте на 50 базисных пунктов она резко снизилась. Тем не менее, ФРС все равно повысит ставку на 25 базисных пунктов и сделает это не менее 5 раз в этом году. Ставка будет разогнана все равно до 1,5-1,75%. Это, опять же, траектория жесткой монетарной политики, которая должна привести к укреплению курса доллара. По данным FedWatch, это инструмент, который позволяет нам оценить вообще потенциальные изменения процентной ставки и того, насколько она может быть повышена. Буквально две недели назад еще, даже неделю, скажем, назад, до начала военной кампании на Восточной Европе, ставка, как ожидалось, будет повышена на 50 базисных пунктов. Причем такой прогноз делали почти 65% респондентов. Сейчас уже 4% считают, что ее поднимут на 50 базисных пунктов. Но вероятность повышения на 25 базисных пунктов, она остается на отметке 100%, особенно с учетом того, что Паул сказал, что сделает это. Поэтому я рекомендую и дальше опирать наше решение по ожиданиям ужесточения политики на сильную статистику, на решительность ФРС, которая будет бороться с инфляцией, на подтвержденную позицию, что эти изменения будут внесены, и ставить на рост индекса доллара уже выше 98.50, друзья. Сейчас мы уже в одном шаге от теста сопротивления 98. Доллар-иену мы также покупаем. 115.64 сейчас в моменте. Комментарии вчерашние голосующих членов американского регулятора Эванса и Булларда поддержали, опять же, наш настрой на то, что политика будет более жесткой, и чтобы, опять же, не повторять те аргументы, которые были сейчас обозначены в отношении индекса доллара, здесь как бы этот дуэт финансовых активов точно позволяет нам сейчас в моменте работать не только с долларом как защитным инструментом, но и еще как с активом, который даст возможность отыграть контраст монетарных политик. Потому что мы помним, что решение по изменению ставки в Японии их пока даже и не прогнозируют. Золото 1922, сохраняю ставку в лонг. Интерес к защитным активам продолжает расти. Буквально с каждым днем недельный отчет CFTC, комиссии по торговле товарными фьючерсами, указывает на то, что только за один календарный недельный период количество контрактов длинных позиций увеличилось на 30 тысяч. Сейчас составляет уже 243 тысячи. При таком притоке средств золото точно сейчас составляет конкуренцию с самыми эталонными защитными активами. И мне кажется, что золото в этой борьбе за инвестора и за дополнительный доллар выигрывает. Поэтому 1950 – это наша повторная цель. Мы, в принципе, ее уже касались на этой неделе. Но хочется увидеть золото подороже, на уровне 1980 и выше. И по-прежнему в шорте индекс S&P, который котируется сейчас на отметке 4383 пункта. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!